Привет, друзья! Вы на канале Shotgun Ukraine. Мы рады представить вам новую продукцию от нашей команды. Это тактические антапки для ремня на АК-серию. В принципе, 12 калибр, Сайга, Вепрь тоже эти вещи подходят. Что из себя представляет, из чего сделано, размеры и так далее. Размеры у нас. Эта вещь поменьше немного, здесь 35 мм ширина. Ушко удобно под карабин, под стропу, сделано в виде полукруга. Сталь толщина 3 мм, сталь марка 65G. Порошковое покрытие, покраска. В принципе, левша-правша под себя может перекинуть эту антапку либо в такое положение, либо в такое положение. И на КМС на вещи со складным прикладом, со складным вниз в частности, была взята вот эта антапка. Крепится она вот таким вот способом. В будущем я сделаю обзор непосредственно с девайсом, под который она разрабатывалась. Широкое полукруглое ухо позволяет быстро зацепить карабин тактического ремня. Обычно эти вещи используются под одноточку. И, собственно говоря, конструкция позволяет сложить приклад вниз, не мешая, как бы ничего нигде не цепляется за антапку. Для этого и разрабатывалась. Кого заинтересовало, обращайтесь. Ссылку на наши группы в ВК и Фейсбуке я приведу ниже. Всем метких выстрелов и до новых встреч!